Всем привет, с вами я, Алиса. Сегодня нашу рубрику «100 грамм красоты» посетила кошечка с огромной силой, Торали Страйп из коллекции Power Cools, собственной персоной. Если вам будет интересно посмотреть распаковку куколки, то ссылку на видео я оставлю вам в описании. А прошлые выпуски рубрики смотрите на канале Беливикс или же ищите по тегам 100 грамм красоты и 100 кило кукол. Подписывайтесь на канал, мои соцсети и нажимайте на колокольчик. А мы начинаем рассматривать эту куколку. Она называет себя Катастрофа, и надо сказать, это имя ей очень подходит. Дочь Веркошки Торалей носится по школьным коридорам с поистине кошачьей ловкостью, а если где-то назревает конфликт, она скорее возглавит его, нежели остановит. Торалей Страйп – рыжая Веркошка. Она дружит с другими Веркошками, Мяулодией и Пурсифоной, а также поддерживает неплохие отношения с Неферой Денил, с которой они очень схожи по характеру. Характер у Торалей не сахарок, она любит выводить из себя всех окружающих ее друзей и недругов, но в то же время она может посочувствовать тем, кто испытывает проблемы и считает, что не стоит расстраивать еще более того, кто и так расстроен. У Торалей Страйп ярко-оранжевая кожа с более темными рыжими пятнами вокруг глаз. На лице, правой руке и левой ноге видны рыжие тигровые полоски, это царапины. Она носит прическу в эмо-стиле, челка длиннее, чем остальные волосы. Длинные огненные волосы куклы уложены в конский хвост. К тому же он еще и дополнен прядкой волос с поперечными полосками. Ушки украшают черные сережки-гвоздики. И чтобы скрыть лицо героя или же антигероя от остальных, кошечка выбрала черную маску, которая ей очень подходит. Настоящий Бэтмен в кошачьем обличии. У Катастрофы зеленые глаза с узкими кошачьими зрачками. Губы окрашены в цвет спелой вишни. Стройную гибкую фигуру подчеркивает обтягивающий комбинезон тигровой расцветки. На груди комбинезона имеется изображение мордашки из семейства кошачьих. Гибкая талия опоясана серебряным ремнем с оранжевым пером. Руки куклы упакованы серебряными браслетами с шипами. Лапки защищены молдированными черными перчатками без пальцев. На ногах высокие сапоги красного цвета, как и у всех супергероев. Кстати, кукла является эксклюзивом американской сети Target. Раньше Торалей была обычной девчонкой из школы монстров, но затем у нее возникло желание спасать людей, чем она и занялась. Однако девчонки из школы монстров запретили ей этим заниматься. И Тора, конечно же, по своему характеру, ну что она сделает? Конечно же, разозлится. И вот она стала злобной, гневной и... она стала мстить, а затем напала на директора и ученика школы. Но как во всех сказках, добро победило зло, и Тора была наказана. И вот милая девчонка с благими намерениями превратилась в злобного антигероя Катастрофу. Красочная коробка с иллюстрациями комиксов содержит куклу, стойку с расческой и дневник по комиксам. Невероятно креативный образ. Красота – великая сила. Красота спасет мир. Уверена, такая катастрофа понравится многим. Напишите в комментарии, есть ли у вас такая монстряшка. Подписывайтесь на канал ВКонтакте и Инстаграм. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новинки. А также ставьте лайк, чтобы я знала, что вам понравился мой обзор. Предыдущие выпуски смотрите на канале Беливикс. Или ищите по тегам 100 грамм красоты или 100 кило кукол. Все ссылки ждут вас в описании. Be cool and crazy! Пока-пока!